Елизавета Боярская. Анна Ахматова, слушая пение. Галина Вишневская поет бразильскую бахиану «Вилла Лобоса». Женский голос, как ветер, несется, черным кажется, влажным, ночным, и чего на лету не коснется, все становится сразу иным. Заливает алмазным сиянием, где-то что-то на миг серебрит, и загадочным одеянием небывалых шелков шелестит. И такая могучая сила зачарованный голос влечет, будто там впереди не могила, а таинственные лестницы взлет. Thank you.